После новогодних каникул уже в пятый раз лыжня спортивно-оздоровительного лагеря «Альпийский» собрала спортсменов региона и соседних областей в рамках открытого детско-юношеского фестиваля по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова. Свой первый юбилей соревнования отметили не только возросшим количеством участников, но и получением статуса всероссийских. Соревнования на призы мастера спорта международного класса нашего земляка Владимира Александровича Долганова проходят уже в пятый раз в этом году. Но всероссийскими они стали только в этом сезоне. Данный статус получили, наверное, не просто так, а за тот вклад, который эти соревнования вносят в развитие лыжного спорта не только в сибирском регионе, но и вообще в России. Поэтому хотелось бы отметить то, что дети приезжают на эти соревнования с большим удовольствием, потому что отсюда уезжают с множеством впечатлений, с новыми друзьями. И, конечно, испытав свое состояние и уровень подготовленности, и сравнив его с другими ребятами. Все на хорошем, высоком уровне. То есть и судейская бригада, и хозяйственные вопросы, питание, размещение. Все прекрасно. Уровень хороший, участники. Много просматривается уже перспективных спортсменов. На турнире выступили 136 сильнейших юных лыжников из Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. А также впервые в борьбу за призы фестиваля вступили спортсмены из Республики Казахстан. На следующий год обязательно будем принимать участие, но уже принял в расширенном составе. Очень понравилось здесь всем. Очень профессиональная спортивная база, подготовка, именно трассы, судейская коллегия, бригада. Очень все профессионально, на высоком уровне. Приняли нас достойно здесь, гостеприимные. Соревновательная программа, распределенная на 4 дня, включала гонку с раздельным стартом, свободным и классическим стилем и командный спринт классикой. Также впервые для участников фестиваля был проведен масс-старт. Соревнования оказались весьма непростыми. Спортсменам приходилось бороться не только с соперниками и самими собой, но и с морозом. При температуре ниже минус 20 показывать высокие результаты значительно труднее. Лучше всех подстроиться под такие условия и добраться до наград высшей пробы удалось новосибирцам Сергею Маркину, Данилу Плотникову, Никите Балабушко и Егору Баранихину. Бежалось тяжело сильно. Я старался убежать от соперников, но не получалось. В конце было очень тяжело, последний подъем, холодно. Но я устал. Потом смотрел назад, оглядывался очень много. Смотрел то, что соперник тоже подседал уже. Я старался больше убежать и все. А вот среди девушек в разных возрастных категориях победу праздновали две представительницы Омской области – Алина Худорожкова и Арина Орешкина, а также Владислава Цурикова из Новосибирска. Ну, тяжелые моменты на поворотах, когда вот классикой едешь, и лыжи не туда поворачивают, и можно упасть. Еще палки не туда поставить. В командном спринте амичи, к сожалению, остались без наград, заняв лишь 5-е и 10-е места. А первенствовали в парных заездах новосибирские лыжники. Тем не менее, стоит отметить, что нынешний турнир на призы Владимира Долганова оказался одним из лучших для представителей нашего региона. В копилке омских спринтеров 5 медалей различного достоинства, включая 3 золота.